Немало книг написано про них. Стихи им посвящали многократно. Тостов изрядно поднято за них. И для искусства эта тема благодатна. Они не просят премий и цветов, не ждут медалей, почестей и званий, не требуют ни замков, ни дворцов, готовы свой багаж отдать и знаний. Как жизнь у нас одни, но в детстве мы не думали, как вы для нас важны. Родителями стали мы, и ценности ясны. Родители, родители, как воздух нам нужны. Родители, родители, как воздух. Надежный дом, камин горит, очаг тепла не гаснет. Любовь и счастье поселились в нем, и места нет беде или несчастью. Они как талисман и амулет. Мы не думали.